16 апреля 1945 года. В течение 16 апреля на Земландском полуострове, северо-западнее и западнее Кёнигсберга, войска 3-го Белорусского фронта с боями заняли более 40 населенных пунктов. На территории Чехословакии войска 2-го Украинского фронта, преодолевая сопротивление противника, с боем овладели городом Бржеслав, а также заняли 11 населенных пунктов. Западнее Вены войска 3-го Украинского фронта, наступая по южному берегу Дуная, заняли на территории Австрии более 30 населенных пунктов. За 16 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 86 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 50 самолетов противника.